финансовым вопросам нужно бы избежать. Но, конечно, поскольку заявлена ратификация, то одно из моментов, то, что говорилось, что да, есть минусы и ратификации, и есть минусы нератификации. А в принципе, мы должны подписать этот документ или нет? Это вопрос очень серьезный. Мы его уже подписали. Теперь мы должны его ратифицировать или не должны ратифицировать. Для этого, поскольку серединки у нас нет, хотя некая серединка тут уже была подмечена, мы можем ратифицировать с оговорками. Надо сказать, это тоже мировая практика. И учитывая наш особый аспект лесов, я не хочу сказать наши плюсы или наши минусы в виде лесов, так? Это наш плюс, но одновременно наше бремя, так? Может быть, именно оговорки к нашей ратификации, они допускаются, и они как раз должны быть сделаны. Это тоже можно и нужно продумать. Значит, мы беседовали с Алексеем Олеговичем Кокориным по поводу предстоящего подписания. Ратификация. Подписаем ли мы от имени России, господин Хлопонин это сделал в апреле прошлого года. Все, спасибо, всего доброго.